До візуальних видів відносять рак шкіри, губи, порожнини рота, молочної залози, прямої кишки, шейки, матки. Їхнє розташування полегшує діагностику і водночас приносить небезпеку, бо злоякісні новоутворювання можуть з'являтися від контакту з зовнішньою середою та канцерогенами. При аналізі причин запущеності злокачественних опухолей даних локалізацій виявлені дві основні причини. Це несвоєвременне обращення к врачам из-за бессимптомного течения или малосимптомного течения болезни, а также неверия в излечимость рака на ранних стадиях заболевания. Позбавте себе канцерогенів та ведіть правильний спосіб життя. Це і буде первинна профілактика раку. Раннє виявлення та лікування передракових захворювань – вже вторинна профілактика. К мероприятиям по раннему выявлению опухолей относят прежде всего профилактические осмотры, выявление групп риска и определение онкомаркеров. Третичная профилактика – это мероприятия, направленные на предупреждение рецидивирования и метастазирования уже излеченных злокачественных новообразований у больных. 10% від усіх злоякісних пухлин шкіри складає меланома. Вона є причиною смерті у 80% випадків захворювань. Ограничение повреждающего воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу, ионизирующей радиации, электромагнитного излучения, также химических канцерогенов. Диспансеризация лиц с врожденной предрасположенностью к меланоме, включая больных с фамильной меланомой, а также их родственников. Выявление и лечение лиц с различными формами иммунитета, в том числе лиц, получавших иммуносупрессивную терапию по поводу пересадки органов. Пухлини губи та слизової роту протікають злоякісно, рано та швидко розповсюджуються. Щоб уникнути цих хвороб, треба, по-перше, убезпечити себе від наступного. Длительное воздействие, прежде всего, неблагоприятных факторов внешней среды. Это инсоляция, ветер, колебания температуры, ионизирующая радиация. Воздействие канцерогенов, вредные привычки, такие как курение, жевание табака, прием алкогольных крепких напитков, острых приправ и горячей пищи. Длительное травмирование слизистой полости рта обломками зубов, некачественными зубными протезами, острыми краями коронок, местным воздействием канцерогенов табака, соединения мышьяка, смол, ну и так далее. Основна онкологічна патологія у жінок старше 40 – рак молочної залози. Щороку кількість захворівших зростає на 1-2%. Виникнення цієї хвороби – складний процес, який викликають не канцерогени. Такими веществами являються стероїдні гормони – естрогени, які виробляються у жінок в яєчниках, надпочечниках і жировій тканині. Профилактика рака молочной железы заключается прежде всего в устранении факторов риска, связанных с гормональным воздействием на организм женщины. Нормализация овариально-менструального цикла, оптимальное не более 3 количество родов, сроки родов, достаточное по времени грудное вскармливание, профилактика абортов, рациональная контрацепция. Профилактика лечения эндокринных нарушений, ожирение, гипотиреоз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Одна з найрозповсюджених онкологічних хвороб – рак прямої кишки. 60-80% таких внутрішніх захворювань обумовлено впливом зовнішніх факторів. Це возраст старше 50 лет, особенности питания, генетические факторы, к которым прежде всего относится диффузный семейный полипоз, предшествующие заболевания, аденомы, язвенный колит, болезнь Крона и отягощенный семейный анамнез. Інфекції стають причиною виникнення раку шейки матки. Кількість захворівших у красному лечі щороку зменшується, проте більше молодих пацієнток. Факторами риска являются раннее начало половой жизни, большое количество сексуальных партнеров, ранние первые роды, курение, низкая половая гигиена, низкий социально-экономический уровень жизни. Вирусом папилломы человека отводит главенствующую роль. Наиболее онкогенными являются штаммы 16-18 тип. Систематическое цитологическое кольпоскопическое обследование позволяет выявить различные типы патологических процессов наружных и внутренних половых органов. Медики звертають увагу, для того, щоб знизити ризик захворіти на рак, багато не треба. Ведіть здоровий спосіб життя, проходьте профогляди, при будь-яких підозрах не бійтесь звертатися до лікаря. А у боротьбі зі страшною недугою не падайте духом. Олена Тарасенко та Юлія Чечуліна. Новини телекомпанія «Луч».